хули тебе отвечать, ебать, отвечаю нахуй, блядь, заебывай, дай поиграть-то. Ваня Корольков. Мне похуй, ебать, на этот стрим я записываю, что, блядь, видосы нахуй сохранялись, как мы ебашим. А чё он кричит? Ну, а зрители, ответь, приятель, хули тебе отвечать. О, Камикадзе опять здесь. Пиздец, я только появился, нахуй, прикинь. То, что будешь делать, да. Ебаные москиты, блять. Понял, огонь!
Прикинь, ебать, вот он пидор, ебать. Ну все, я поиграл в золото. Да. Ну походу. Да по это-то похуй, блядь, жалко, что золото, блядь, закончилось уже. 200 нахуй. Кстати, советую, знаешь, что сделать? Когда зайдешь в ангар, увеличь танк, направь дуло прям в лицо, ну, в смысле, в экран, и посмотри, что там в дуле происходит. Там как будто, блядь, рой пчел, ебать, нахуй, летает. Я тебе серьезно говорю, вот. Возьми. А лучше знаешь какой? Знаешь, какой танк возьми? Какой-нибудь покрупнее. Кстати, это, я скачал приложение Ассистент for War Thunder, короче, прям на iOS. Там также учетка. Ну, сейчас я зайду. Да это еще только я скачал. Сейчас я за это. За этого. Еще немного усилий, и победа в наших руках! Ну сейчас я вот смотрю. Вот он грузится, вот зашел. Вот мой рейтинг, да, написан.
стальной гигант, там сколько у меня миллионов, сколько у меня чего. Реалистичный, бои танковые, аркадные, тут можно выбирать, смотря. А боевая эффективность 76%. Техники награды, вот результаты, послужной список, награды, достижения. Так, сейчас скажу. Друзья, вот, например, чат, ебать, да, вот, нихуя себе, ебать, чат. Команды. Личные сообщения, приглашение, черный список. Комната, сейчас. Полки тут, короче, тактическая, блядь, карта какая-то наша. Энциклопедия, радиоулитка. Друзья, вот я сейчас попробую написать, короче, из этого, из приложения. Увидишь, что ли? Пришло? О, это приложение ебано. Это вот Assistant for War Thunder, да? Да. У тебя какая платформа? У меня Android, блядь, что на Play Market пишет, что у него оценка 3.8, типа, блядь, что он такой себе. Ну здесь так, чисто просто смотришь там новости, он Т-62 смотрит, там добавит скоро. Штурмпанзер какой-то немецкий. Т-62, нихуя себе, блядь. Хэсэ, бесплатные орлы, блядь. Что это за хуйня? Повреждение моторного отделения. Орлы. Орлы бесплатные. Орлы, блядь. Я хуй его знаю. Так. Возьмите аркашку в отряд, пока я пойду сейчас чай попью, нахуй. Что-то я расстроился, нахуй. Орлов, ебать. Ну да. Ну там знаешь, как должно быть? Ебал, сейчас настроение поднимет. И просто, блядь, я всегда панику нахуй навел, блядь, на трех завалить, на трех завалить, ебать. Трех завалил, ебать, все пиздец, твой лимит, нахуй, потому что ты не валишь. А когда золотых боев снять, ебать, хуяешь по 10 фрагов. Вот как так? И значит, ты сам себя, блядь, настраиваешь, что ты кухни не понимаешь? Нет. Ты что, ты ушел? Не, я здесь. 50-ек настраиваешь, что тебе получается. Надо играть свободно, нахуй, блядь, золотые боли. Поэтому, блядь, надо их отдельно, блядь, каждому приемушку. Вот кто бы говорил. Я смотрю, ну-ка напомни, когда последний раз ты 1500 сорвал. Никогда. Но это, наверное, было очень давно, да? И то неправда, да?